Легенда о селедке. Китайское кино в жанре фэнтези делится на два типа. С одной стороны, приключенческие боевики, в которых фэнтезийный сеттинг обеспечивает много экшена и спецэффектных схваток. А с другой – романтические сказки, которые крутятся вокруг судьбы, перерождения, любви, которую герои проносят сквозь реинкарнации и тому подобных вещей. Условно говоря, фэнтези-боевики и фэнтези-мелодрамы. И хотя многие китайские кинематографисты научились сочетать два этих подхода, никто не застрахован от крайностей, одной из которых является легенда о селедке. Та самая селедка из названия фильма – демонесса по имени Сяо Цин, которая раньше была рыбой, а теперь мечтает стать драконом, для чего ей необходимо найти магические врата, сокрытые где-то в легендарном море забвения. Путь к вратам может указать древняя скрижаль, но при попытке забрать ее из храма Сяо Цин сталкивается с охотником на демонов Лю Цяньжи, которого отправил за скрижалью глава его клана. Сяо Цин решает скрыть, что она не человек, чтобы привлечь к своему поиску нового знакомого, но ее наставница, злая колдунья Шуй Саньнян, ведет свою игру, ведь ей эти врата нужны для того, чтобы переродиться самой. Как вы уже, наверное, поняли, легенда о селедке – фэнтези-мелодрама, причем в самом что ни на есть хардкорном ее проявлении. Персонажи постоянно говорят о перерождении, знают друг друга из прошлых жизней и в финале начинают аттракцион неслыханной щедрости, которому позавидовал бы сам Уильям Шекспир. Наперебой принимаются жертвы ради возлюбленных, собой, своим будущим, своим прошлым, памятью, правом на реинкарнацию и вообще всем, что только подвернется под руку. Разобраться в правилах, по которым все это происходит, не так-то просто. Так что не удивляйтесь, если ближе к развязке почувствуете, что теряете логическую нить. Такое кино нельзя понять головой, оно нацелено на эмоции и чувства. Главную роль в фильме исполнила Сабрина Цю, в прошлом модель, карьерой которой управляет через свое агентство Mega Vision Project Workshop гонконгский режиссер, продюсер и сценарист Вонг Цзин, известный своим чутьем на старлеток. В фильме вообще достаточно красивых актрис. К примеру, подругу Сяо Цин играет Джан Ланьи, начинавшая с подчеркнуто сексуальных ролей в комедиях и триллерах. Почему все это важно? Потому что во время просмотра вам наверняка придется поскучать, а симпатичные лица помогут скоротать время. Сюжету не хватает динамики, а редкому экшену, собственно, экшена, потому что в большинстве схваток соперники просто летают друг вокруг друга с оружием и генерируют спецэффекты при помощи хитрых пассов руками. Безусловно, у таких фильмов есть своя аудитория, которая будет смотреть «Легенду о селедке» совершенно другими глазами. И надо согласиться, что по меркам этого жанра картина сделана достаточно неплохо. Разумеется, со скидкой на то, что снималась она для онлайн-проката на небольшом бюджете. Но если китайские романтические сказки в целом вас не очень привлекают, это кино совершенно точно ничего в вашем отношении не изменит. Связываться с ним или нет, решайте сами.